Я уже забыл, как разговаривать на камеру. В общем-то, всем привет, дорогие друзья. С вами я, Пандос FX Savage, который отсутствовал где-то неделю, да, получается? Да, если я раньше хотя бы в часы смотрел, сейчас я просто на руку смотрю. Сумасшедший, что сказать. Все дело в том, что мои часики... Оп! Придется новый Apple Watch покупать. Столько событий за эту неделю произошло. Не было времени ни играть в FIFA, ни записывать ролики уж тем более. Поэтому простите меня, пожалуйста. Сегодня последний день самого, наверное, скучного промо за последнее время. К счастью, я его полностью пропустил. Но не могу себе отказать в удовольствии открыть один пак за 650 тысяч. Но сделаем мы это в конце видеоролика. Я думаю, что по названию вы поняли. Не просто так я в футболке сборной Аргентины. Много комментариев я прочитал, друзья, касаемо Паредоса. Я его, естественно, собрал абсолютно на всех аккаунтах. Я поиграл уже, не буду спойлерить. Касаемо его карточки в конце, вы все узнаете. Если кому интересно, это топ-1 карточка в целом в FIFA по in-game stats. То есть по общим показателям стат, Паредос на первом месте. Вот такая сумасшедшая карточка. Пауэршотики, удары 96. Если кто не выкупает, почему я делаю акцент именно на этой карточке, типа... Кто-то может подумать, Паредос, ну и чё? А то, что эта карточка познакомила меня в целом с пауэршотами. Как-то раз я зажал L1 плюс R1, вроде в прошлой части FIFA, и тут понеслось. Реально, это вот была первая карта, от которой я увидел, что такое пауэршоты в этой игре. Учитывая, друзья, что какое-то время меня не было на YouTube, рекомендации такие подумает, он вернулся, да кому он нужен, и не будет рекомендовать мои видосики. И чтоб такого не было, попрошу вас искренне прожать Лукас, если наберем 6000 лайков, то мы наберем 6000 лайков, ну и оставить какой-нибудь классный комментарий. Первые 200 я отлайкаю. Надеюсь, вы по мне соскучились. Я по вам точно. Также, друзья, не забывайте, что у меня есть личный сайт, где вы можете купить монеты, игры, бусты. Бусты сейчас очень важны, потому что тот сдвижухи идут. Так что, если вы хотите сделать какой-то хай результат, и у вас не получается, возможно, у вас просто времени нет, мои бустеры готовы взять ваш аккаунт на прокачку. Практически всегда делаем максимальные результаты. Ну, там уже, естественно, надо смотреть на ваш состав, на ваши пожелания к этой викинг-лиге. Ну, в общем-то, все детали обговаривайте уже непосредственно с менеджером. В СБЧ, друзья, у нас вышла интересная карточка, мимо которой я не смог пройти. Это Нунес. Возможно, мне Уругвай снова достанется на Кубке Фиферов. Да, в этом году мы играем сборными. Португалия, друзья, цапник. Как вы думаете, кто это еще из Манчестер Сити? Я думаю, что вы все догадались. Это Бернардо Сильва с енотом. Вот что меня удивило. Интересная карточка из заданий. Сегодня мы ее тоже будем дегустировать. 5 на слабо, 4 на финтах. Вот тут сложный выбор у меня в конце ждет. Джерард либо Кросс. Джерард без пауэршотов, как будто бы какая-то глупость. Я очень сильно обожаю вот этот вот талант, длинный пас. Плюс стандарт у него еще есть. Не, ну пушка считающая, забейте. Практически все статы 99. Ну, физику и защиту отбрасываем. Но это просто какой-то запредельный уровень добра от eSports. Сегодня, как я и говорил, будем тестировать Паредоса. И вместе с ним сейчас покажу свой состав. На воротах Дудек из заданий. Справа Клаус. Тоже из заданий. ЦЗшник Салиба, который упал мне в начале этого промо, я хотел сказать, но это было другое промо, не суть. Куман, друзья, 95-й уже. Держу в курсе, его до сих пор нет на рынке. На ЛЗ сумасшедший Кабдевилья. В центре поля, естественно, Паредос. И рядом с ним Деполь, за которого я уже 78 матчей отыграл. Я когда его ловил, эта карточка стоила там что-то 800-700 тысяч. Сейчас она около 2 лямов стоит. Такая же история не с Фернандесом, а вот с Бентакуром. Я его за 400к ловил, сейчас он лямчик стоит. Собственно, в атаке у меня будет бегать Нунес и Санчес, который тоже из заданий. Ну, за Драгбу в целом я наигрался. Геймплейный ролик есть на канале. Карточка топовающая. Справа у нас Гюлер, тоже СБЧ-шный парень. Ну и Баркаля, который в каждом составе сейчас. Конечно, интересно сейчас получится. Я собираю, что-то какие-то карточки ставлю. А по сути, я буду сейчас херачить лонгшоты за Паредоса. Так, третий дивизион на связи у нас. Ага, Фарлан, Гарначо. Да, возможно, я буду сейчас проигрывать абсолютно все матчи. Потому что я буду фигачить пауэршотики зачастую за Паредоса. Так, ага. Здравствуйте, 1-0. Бля, в лишку ударил. Блин, короче, пацаны, я хотел за Паредоса пауэршоты побить, но что-то передумал. Соперник дышать мне не дает, не получается выйти на пространство. Поэтому давайте я сейчас просто его разъебу. Угу, угу. Нунес! Найс, первый пошел. Паредос дал ассист. Ну, слушайте, может сразу второй закинем? Оп, 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 крутимся, крутимся. Вот так, в одно. Эть, что такое? Ладно, пох, 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 играем.
Санчес? Санчес! Найс, пацаны, 2-2 уже. Чё с лицом соперник? Это что такое? Вау. Это какие-то новые кикоффы, которые прошли мимо меня. О, хорошо. Давай, давай, Гюлер. Гюлер, я не знаю, он правша, левша. Да и похер, кто он. Просто бол роллом. Арда Гюлер. Красава. Финес будет. Дудек, хороший дудек. О, вот оно, ребята. Паредес. На! Ну, в створ летело. Так, 87-я минута, друзья. Вот бы не допустить беды сейчас. Ой. Ой. 3-3. Так, давайте Бернардо Сильву вместо Депуля. Так, Дудек тоже на воротах. Пеле, Баркаляна, фейерве у него. Ага. А, он тоже пауэршотиком решил. Но с такого расстояния не прикольно. Братан, нужно бить с центра поля. Смотрите. Но! О, ща могло за шиворот залететь. Двигаю. Хорош, Дудек. Давай, бей пауэршот. Ну, я ему дал пробить. Давай, еще один лонгшот, еще один сейф от Дудика. Так, ну вот оно, ребята, наконец-таки я вышел на ударную позицию за Паредеса. Ух, вот это первый достойный удар пока что. Ну, вроде это он. Да, ребята, это он. Ну-ка, смотрим. Вот так вот. И на! О, ребята, перекладина от Паредеса. Какой сейчас был удар. Вот это вот настоящий Паредес, которого я помню из прошлой части FIFA. Ё-моё. Так, ну тут Дудек уже не спас. Ну кто? Вот это кто, бля? Почему я не могу за Клауса с пейсом 99 догнать какого-то бомжа, блядь? Ну а сейчас можно попробовать просто ассистик отдать. Ух, какой пас. На Нунизу, на! Ну тут надо было просто забить, пацаны. Но ничего, ребята, без топового лонгшота от Паредеса я не уйду, обещаю. На! Ох, блин. Ох, не ох, но это офсайд. Страшно. Ух! Но это гол, я не успел. Опять перекладина. Что за анлаки от соперника? Так, вижу Паредеса, пацаны, вижу Паредеса. Ага. Вот так вот делаем. Чуть-чуть отодвигаем. И пауэршот. На! Ребята, ну вы видели эту траекторию. Но это было очень близко к шедевру. Обидно, когда ты близок к шедевру и вот такие вот неприятные моменты. Вот, кстати, еще пример могу привести вам. Я за Дрогба играл и чуть не забил 2 каких-то невероятных гола. Вижу. Вижу. Алексис. Санчес. А, у него финесики, я даже не знал об этом. Ну, не получается пауэршотом пока что забить. У Бернардо. Прекрасно. И Паредес. На. Че это за странная анимация была у кипера? Давай, давай, Паредес. На. Да что ж такое-то? Не везет, пацаны. Летит-то прям хорошо. Паредес. Ну, Паредес, ну отобрал, ну отскочило. Бля, пенальти. Чувствую влево. Нет, не почувствовал. Сейчас, короче, вот так вот сделаем. Давай, Нунес! Нунес! На! Нунес, пацаны. А он-то хорош. Ой. Ой. Фуф, Дудек. Блин, как же этот Дудек вытаскивает мне этот матч? Я вам отвечаю. Так, ну чё, ребята, ГГ, опять потный матч, 3-2, но опять нет лонгшота от Паредеса. Ну камон, ну сколько можно? Не, ну эта игра рофлит, почему Дудик на последнем месте идет? У него 8 сейвов из 10 ударов. Ну, это же рофл. Незаслуженная игра обделяет киперов по оценкам. Так, Яшин на воротах. Бля, опять какой-то душный тип. Ну чё это такое? Чё за катание? О, вот оно. Чувствую. Блять. Не, ну вы заимели, пацаны. Ну я с вами фанюсь, играю, вы мне забиваете и забиваете. Ну что, что вам нужно, блять? Ну давайте я вам забью с кикоффной, можно? 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 Нет, нельзя. Паредес на базе? Ага, ага. И вот отсюда. На! Блять, ну пацаны, ну это рофл, что ли? Опять перекладину сотрясает Паредес. У меня еще защита куда-то каждый раз проваливается. Не понимаю, что за приколы. Бля, Дудек, спасибо, что бы без тебя делал. Красный ТФ и бьет соперник, ага. 3-0. Пиздец. Угу. И вот отсюда. На! Блять. Пока он провалился. Ну ты некрасиво поступаешь, братан. В левый низ. Блять, опять перекол. Не, ну это проклятый матч, я вам отвечаю. Это проклятый матч. Других объяснений у меня просто нет.
чела просто загорается золотой перк и происходит вот это. Не, пацаны, это не смешно, блядь, все. Я, блядь, в ахуе просто. Ну ладно, чё. Бывают такие матчи, ничего не поделаешь. Господи, такое ощущение, как будто бы в эту игру играют 2,5 человека. Я просто 30 тысяч миллионов минут ищу соперника. 5 ЦЗшников играет. Точнее, в 5 защитников. Так, Парелис. Ох, хорошо. Хорошо. Блядь, Димаре в центре поля теперь у меня мяча отнимает. Ладно, хорошо. Ну, с пониманием отношусь. Так, Куман сожрал. Так, где Парадес? Парадес, ты где, братан? А, вот ты где. На! Блядь. О, вот оно, ребята. Да не, ну ты шутишь, блядь. Ну, Парадес травмировался. Ну, камон. Ладно, еще больше мотивации, ребята. Можно ли забить игроком с травмой пауэршот? Блядь, он просто швыряется своими ебаными подкатами, блядь. Заебал. На! Хорошо летело, кстати. Пока что, к сожалению, кроме «хорошо летело», сказать ничего не могу. Так, о, Парадес выздоровел. Все, пацаны, все нормально. Но есть чуйка, что вот именно тот самый момент. На! На! Опять перекладина. Я не знаю, пацаны, ну я вроде все верно чувствую, но почему-то каждый раз чувствую в перекладину. На! О, вот оно, ребята, чувствую. Расчехлять! Бля, он заебал этими подкатами. Он просто стелится под моего Паредеса. Ну вот оно. Бля, почти. Каждый раз, ребята, почти. Ну, для красоты не хватало просто пропустить, блядь. 2-0. Давай еще посмотрим заставку. Давай. Повторы все посмотрим. Ну ты не скипай. Я посижу, отдохну салфеточкой. Вытрусь немножко. От пота этого. Давай подождем. Мой любимый тип соперников. Посрать, наверное, опять отошел. Че, ты меня заебал, соперник. Вот просто заебал, бля. Я с тобой хочу поиграться, пофаниться. Ты опять какую-то хуйню занимаешься. Ну опять перекладина. Ну что за перекладины, блядь? Ладно, хорошо, тихо. Без нытья. Нытье для слабых. Бля, он еще душить начал. Играл в открытый футбол весь первый тайм. Теперь начал, блядь, на своей половине пасоваться. Ну а нахуй. Это Парадес с метра уничтожает. Ну не такие голы, понятное дело, я хочу за него забивать. Охуярить с центра поля, а не вот это вот все. Но! Ах. Блядь, у меня нет слов просто. Блядь, у меня ЦЗшник выигрывает с золотым перком, блядь. Выигрывает с золотым перком, но один хер вы сами видите, я пропускаю. Бля, весь матч фанюсь, у меня каждый бомж выигрывает, блядь. Как вот я должен получать удовольствие от всего того, что происходит. Я не знаю, блядь. Я не знаю, что мне делать, чуваки. Ну, я хочу пофаниться, побить лонгшоты, ну, блядь. По итогу сценарий какой каждый раз получается? Соперники мне все забивают, пока я, блядь, с центра поля луплю. Ну, чё, блядь. У меня 18 ударов, соперника 8. О, нет. Не, я все понимаю, пацаны. Я изначально был к этому готов. Я был готов, что я буду много проигрывать. Похер. Цель одна — забить невероятный лонгшот за Парадеса. Все, ребята, вот в этом матче я вам гарантирую, все будет. Отвечаю, поехали. Я думаю, что сопернику надо сразу показать, что я умею. Вот так вот делаем. Ага. Блять, что произошло, ладно, пофиг. На! Найс! 1-0. Блять, ну это что, блять? Ну вы рофлите надо мной. Ну вот оно, ребята, на! Блять! Не, ребята, это проклятый выпуск, я вам отвечаю. Бля, своему въебальник дает, ну нормальный вообще. Блять, я уже проигрываю. Не знаю, что мне делать, пацаны. Ну, киков и делаю, что я только... Я только их и умею делать, видимо. Я не знаю, как по-другому забивать, блять, в этой игре. Ебать, что? Что за траектория, ребята? Вот чего я ждал от тебя, Парадес. Нихера он положил. Посмотрите, какая траектория. Обычно я так не забиваю. Типа, я обычно по прямой, а тут как-то под углом получилось. Нихера он шандарахнул. Я вообще уже не верил, сидел, втихушку играл. Фуф, ребята, я вам обещал топовый лонгшот. Вот он, здравствуйте. Это мой матч. Все, ребята. 3-3, пацаны. Блять. Угу.
Как по нотам, пацаны. Так. Ну вот оно. Я не знаю, пацаны, опять перекладина, опять Paredes, опять перекладина. Ну, я не знаю, анлаки какой-то. Ну и давайте, как обычно, по классике подождем всю паузу. Съебался. Блять. Ну это ровл какой-то, ребята. Ну он отбирает, блять, и просто пробегает мимо. Ну в чем тогда смысл отбора, братан? Нет? Хорошо, Дудек. Блять, я не знаю, соперник что-то разозлился под конец матча. Блять, как только мяч у Paredes'а, этот сумасшедший, блять, с двух ног нахуй летит. Ну-ка, за Нунеза тоже можно, наверное, ударить, блять. 90-я минута, пацаны, время пропустить. Почти. GG, 4-3. Чё хочешь сказать, пацаны? Это, конечно, не тот Paredes, который был в прошлой части FIFA, очевидно точно. И он, очевидно, точно не будет круче Подольски. Но при этом, опять же, я за него немножко поиграл до записи видеоролика. И покажу некоторые хайлайтики. Допустим, вот здесь вот. На! Пушка залетела. У него, видимо, какой-то вайб широкого, потому что вот он часто фигачит по перекладинам. Реально, я могу найти кучу вот подобных моментов. Это вот уже где-то 5-6 момент, вот примерно одного сценария, где он попадает в перекладину. Вот здесь вот крутая пушечка могла залететь, но опять перекладина. Вот здесь вот тоже могло залететь, опять перекладина. Как вы понимаете, и здесь могло залететь, но опять перекладина. Но бывали и исключения, друзья. Вот здесь вот, в этом моменте, посмотрите, какая красота залетела. Оп, на грудь и на! Красота. Так что да, впечатления неоднозначные, пацаны, про Paredes'а. Он явно не лучше, чем Подольски. Сами понимаете, я за него сколько уже? 46 матчей, отыграл 14 плюс 10. Ну, на статус смотришь, вроде бы неплохо. Но вот именно пауэршоты, как будто бы не знаю, то ли точности, то ли силы удара не хватает. Хрен его знает. Про остальных ребят, я думаю, не имеет смысла ничего говорить, потому что практически фулл матч я играл чисто на Paredes'а. Кстати, Бернардо Сильва 3 ассиста отдал, 2 с кикоффной. Нунес какой-то деревянный, хоть и быстрый. Санчес 6 голов, кстати, забил. Гюлер чуть непонятно. Этот Баркаля отличный суперсап. Пока что два самых лучших пауэршотера в этой игре — это Дидье Дрогба и Лукас Подольск. К сожалению, Paredes не впечатлил. Но опять же, у него как бы потенциал есть, крутые пушки летят, но почему-то летит все в штанги и в перекладины. Но при этом периодически тоже залетают. Но в процентном соотношении это, конечно, совсем печально выглядит. Так, ну что, я вам обещал самый топовый пак в конце. Опять же, несмотря на то, что промо говно, нужно же как-то контент сгенерировать. Так, 40 игроков 85+, 3.89, плюс 2 гарантированных след в истории. И 1.94 или выше. Звучит как скам. Блин, такое крутое у нас промо будет завтра. Точнее, уже сегодня, наверное, для вас. Где эти кумиры и герои? Прям вообще отвал башки. Так, смотрим. 3 дубликата всего лишь, что не может не радовать. Куча рарок и пошли спешилки. Так, кадис какой-то. Хрен его знает, видимо, бомж какой-то. Мурила 92, тоже бомжара какой-то. Суазу 93, тоже не очень. Брожа 94. И пососи. Да, вы что, рофлите? Что это такое, блядь? Пак за 650 тысяч в июле месяце, я напоминаю. Скоро футисы выходят, и вы вот такое говно мне даете. Один из трех. Давайте, красиво, зафиналим этот видеоролик, смотрим. Адамс 96. А вдруг мне сборная Америки достанется на купе фиферов? 4 на 4 всего лишь, лол. Не, карта херни. Тем более с таким центром, где есть Paredes, Бернардо Сильва, где есть Деполь, где есть Бентакур. Кстати, вот этот тип у меня тут валяется, Нуну Мендеш. Португальцами надо будет эту велку отыграть, кстати. Говоря о полузащитниках, есть еще Фернандес, поэтому Адамс, наверное, на скамеечке-то присядет. В общем-то, друзья, такой вот видеоролик получился. Пишите в комментариях, что думаете. Скучали ли вы по мне или вам вообще похер? Стараюсь почаще выпускать видосики. Пишите идеи для видеороликов в комментариях. Сейчас то самое время, где надо будет переждать месяцок-другой для старта Кубка Фиферов и пытаться генерировать контент как-то вот из того, что имеем. Кстати, возможно, я сегодня стримовать буду на новые промо, поэтому загляните на Twitch. Возможно, где-то часиком к 8-9 вы меня там увидите. Все, друзья, я погнал. С вами был я, Пандос Фиксающий. Всем хорошего настроения. Чао, какао. Я пойду самоцветы собирать FIFA Mobile.